Эти обои тоже шли туда. Обои няшные, милашные, угусь. Но Кай, мы продолжаем дальше, мы оставили только стоп, потому что он спырится круто. Остальное мы убрали. Продолжаем дальше наши новиночки. И другая наша новиночка, это уже не Sylvanian Families. Ах, да, я же вам коробку хотел показать. Какой я не... Какой я забывчивый. Вот коробка. Не обращайте внимания на задний план. Ой, я не так показала. Вот от нее зад коробка. Зад коробки тут написано Sylvanian Families. Тут хорошо как раз видно зайчики, милашечки. Тут все было, вот тут все было. Sylvanian Families. Комната называется Girls Room. Girls Room Set. Вот, и тут нарисована девочка. Кстати, прилагалась к ним пижама, но я показывать ее не буду, потому что это бессмысленно. Вот, Sylvanian Families есть какие наборы. Вот такие вот наборчики есть, всякие разные. Зад вот тут, типа она играет на пианино, типа вот это, и вот тоже. А вот тут вообще убийственная, бок вообще убийственный. Сколько тут Сильванов, о-о-о, Сильваны, снять. Сильваны. Сколько тут Сильванов, круто. Японский производитель, оригиналь, это Орега. Ну, в принципе, тут ничего интересного нету. Ну, давайте же приступим, наконец, к новиночкам. Первые новинки истории Ангелины Котовой, то есть Наоки, либо канала LPS Naoki Beauty. Новиночки, давайте перейдем же к новиночкам. И это у нас пэты из старой коллекции. Пэты из старой коллекции. Это был один из наборов моей мечты. Ну что ж, давайте уже перейдем к пэтам. В этот замечательный набор входило. В этот набор входила вот такая вот стрекозочка. Это замечательная стрекозочка с лупастыми голубыми глазами. Ой, господи, карими глазами. С одной ресничкой. Такие вот на ней узорчики. Она без магнита. У нее есть крышки розовые. На них также есть узорчики. Вот такие вот узорчики. Хвостик. На лапках у нее знак LPS фиолетовый. Могу даже сказать вам, из какой она коллекции. Postcard Pets. То есть открытие домашних животных. В них есть узорчатые все животные. То есть он тоже узорчатый. Обратите внимание. У него везде узоры. Вот везде узорчики. Эти пэты просто уникальные. Это такая стрекозочка, либо кто это? Он очень лупастый и милый. С крыльями, конечно, это стрекоза насекомый, но мне все равно он почему-то чем-то приглянулся. Не могу же я его просто выкинуть из набора. Он же все равно не. Мой первый пэт с карими глазами! Далее шла вот такая вот белочка. Йоу. Я белка. Опа, Gangnam Style. Опа, Gangnam Style. Йоу. Йоу. Белка, как вы можете заметить, вся в узорах. У нее на хвосте узор. Вот такая белочка милая, няшная, мурняшная. С зелеными глазками. Няшка. Няшка очень няшная. У нее листва. Вот, правда, какой-то дефектик на пузике, но ничего страшного. Все узорчики, вот, все это няшно. Она с очень большим хвостом, и такой звук отдается от нее. Вот она с маленькой головой, но с большим хвостом, я бы не понимаю. Также она без магнитика, и она редкая, потому что у нее знак LPS розовый. Такая вот белочка, милая, няшная и мурняшная. Ну а теперь перейдем к десерту. Я ставила для вас самый десертный, самый вкусный, самый милый, самый жаркий, самый офигенный. Господи, я походу далеко зашла. Самый крутой, самый обалденный Pet Shop, который шел в этом наборе. И это была сидячая кошка. Это была сидячая кошка, первая в истории Ангелины Галетенко. Сидячая кошка, сидячая. Вы только посмотрите, как она лапочка с голубыми глазами. У нее цветочек здесь, такие
Листочки, вот видите, вот смотрите, какая она нежная, белошная кошечка. В истории Ангелины появилась сидячка. Сидячка! Вот, ой, господи, извините за мой наркоманское настроение. Извините, прошу. Эту кошку зовут Эрика. Я назвала ее только сегодня. Вот представляете, 31 декабря она у меня появилась. И я назвала ее только сегодня. Вот такой я лох. Лох, я лошара. Да шучу я, не лошары. Как можно быть лошарой, когда у меня есть старые пэты? Блин, это ж круто. Вот, дырочка у нее, она без магнита, с дырочкой, да, знак LPS. Она не особо редкая, но для меня она милая и няшная. Эрика, ее зовут Эрика, три пэта, они замечательные, просто замечательные. И также к этим двум... Прошу прощения еще раз, не обращайте внимания на это, пожалуйста, простите меня, пожалуйста. К этим пэтам шло определенное количество аксессуаров, то есть для кошки своя вещь, для белки своя вещь, для стрекозы своя вещь. То есть к ним шли определенные вещи, которые они любят, или просто к ним предназначаются эти вещи. И, кстати, забыла сказать, это пэты с открыточками. Вот такие няшные у них открыточки. Но я хотела вам показать открытки, но я их куда-то подевала. Так как это стрекоза, ей обязательно нужно... цветы. И к ней в набор шел вот такой горшочек с цветочком. Тут есть узор, но тут не видно. А, хотя видно. Узорчик видно. Вот узорчик такой, горшочек такой с цветочком. Цветочек открепляется, все нормально. Цветочек открепляется. Вот такой горшочек специально для этой стрекозки. Мы ее сейчас возьмем. Вот. Волшебным образом она сюда села. У нее такие, блин, такой взгляд, когда она тут сидит. Няшка. Этой стрекозке нужно питаться. И специально для нее шел в наборе такую вот тарелочка с цветочками, чтобы ей типа питаться. Вот она вот так подходит и вот так кушает. Да, разве не милашно? Это же милашество просто. Наша стрекоза упала. Я упала. Мы посадили нашу стрекозочку в горшочек, и она там сидит. Также к белочке. Что же шло к белочке? К белочке шел такой пенечек. Такой нежный пенечек. Это пенечек специально для белочки. Он выполнен как дерево. Тут вот такая штучка. Тут цветочек. Возможно, этот пенечек есть в наборе «Мама с зайцами на пикнике». Как она называется, точно не помню. Меня вот поражает, зачем мне нужны эти дырочки, две дырочки, зачем они нужны? Почему эти две дырочки, не знаю. Типа вот годичные кольца, вот эти годичные кольца и дырочки. Цветочек милый, няшный, резиновый, вот. С каким-то узором. И вот маму-белку можно на него посадить. Вот так. Она мило, няшно смотрится. Если вы устали смотреть это видео, то простите, я слишком много говорю. Также к этой белочке шли вот такие два желудя. Желудя. Она, по идее, должна их держать, потому что белочка, вот у нее лапка поднята. Вот лапка у нее поднята. Она должна, по идее, держать. Мы попробуем их туда засунуть. Одной рукой, конечно же, не смогу. По идее, она должна их вот так держать. Но когда ее поставишь, она не держит их. Должна их, по идее, держать, но она их не держит. Она должна держать, по идее. Чего же еще они тогда придумали? Так вот, она должна сидеть на пенечке и держать их вот так. Но она их не держит, к сожалению. И наши вот разместились вот так вот уютненько. Кошечка осталась вот там без аксессуаров. Конечно же, нет, для кошечки чем-нибудь мы припасем. Для кошки шел вот такой вот кроваточка, чтобы она спала. Такой типа тоже плетеный. На ручечках. И это такое вот розовое, как подушечка типа. Ну вот так вот садится, ложится и спит. Ня. Но также к этой няшной кошечке, ее няшной кровати, шел такой мишка. Фиолетовый для нее, видимо, мишка. Ну для кого же он еще, для белки что ли? Ложим ей как-то сюда вот так вот. Она мило лежит и спит с ним. С мишкой. Вот так вот. В общем-то весь сет. И у каждого нашлись свои аксессуары.
Прикольно было бы местами поменять. И сейчас я вам покажу самое крутое. Это коробка. Сейчас покажу вам ее. Вот, соответственно, коробка. Они редкие, потому что на пачке нарисована эта кошка. Littlest Pet Shop. Postcard Pets. Я же сказала Postcard Pets. Вот они. Littlest Pet Shop. Вот. Ручка 4+. Это из старой коллекции. Вот лавка. Доказательство, что они редкие. Только у редких старых пэтов есть такая лавка. Вот она еще. Вон. Тут есть пэты, которые есть в этой коллекции. Обезьяна, страус, черепаха, змея, вот эта белка, обезьяна, вот эта кошечка, лев, кто там еще? Страус, вот она. Вот оно все. Эти пэты, которые есть в коллекции. Пэтс, вот. Также сзади на упаковке показаны открытки, которые в наборе были. Такая открытка была с стрекозой, такая была с белочкой и такая была... А нет, где? С кошечкой. Такая вот была вот с кошечкой открытка. Вот. Тут типа написано, что можно заполнять и дарить своим друзьям открытки. Вот. Набор был на ручке. Да, вот так. Правда, я его уже открыла. Ну вот, в принципе, весь набор. И вот такие аксессуары шли. Ну что ж, спасибо всем за просмотр. За просмотр этого длиннющего видео. Так как новинок было серьезно очень много. И я люблю говорить. Да. Ну что ж, спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube. Всегда мечтала это сказать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, смотрите, оценивайте. И до новых встреч. Всем пока! Thank you.